Ну что, друзья, через 8 часов начнется грандиознейшее событие FIFA. Накоплено у меня к этому событию практически 200 паков, и сегодня на стриме будем вскрывать, ну, некоторую часть из них. Все-таки хочется большую часть паксов оставить на полную команду года. Но сегодня видос не об этом, друзья. Короче, в чем история? Evil Grind такой набирает, говорит: алло, пандос, Серега, не хотите ли ворваться в мир танков? И мы такие: почему бы и нет? Мы в отряде гоняли и против друг друга с Серегой в огерочек скатали. Ну и пакетики тоже открыли. Будет приятно, если вы поддержите данный видеоролик. Небольшое разнообразие в моем контенте. Окей, короче, собственно, сейчас поиграем в мир танков. Я расскажу вам, как тут все устроено. Пройдем, ну, не совсем путь новичка. Все-таки мы сейчас будем играть на специальных аккаунтах, да, чтобы как можно больше показать в этой игре. MS1 бери, говорят. Окей, хорошо, вот это возьму. Ну, я на нем, да. Повседневный лапковый. Такой миленький. Все, я определился. Во, все, я погнал. Нет, Серега прям стильный очень. Ну, нам лучше держаться вместе или... Да, втроем. И фокусим одного. Допустим, какой-то один чел на нас выехал, мы его втроем ударим. Так, втроем. У него 72 хп осталось. Да, давай, добивай. Ну, нахуй. Ваш плюс первый фраг. О! Разъебал. Ты справа, я слева. Это значит, что ты обнаружен. Сюда! А, все, изи. А чем больше танков, тем быстрее это захват идет, да? Изи катка вообще, блин. У меня вот красиво. Вот этот вот оставлю. Смотри, а карты, ты говорил, рандомно, да, попадаются? Да, ну на первом уровне там всего 3 карты. Давай, Андрюк, давай, это... Сосебался. Нет, помоги мне проехать, меня так ускорил нормально. Че, давай на перегонки, кто быстрее. А мой быстрее. Я уже вижу. Мой танк быстрее херачит. Ой, по мне кто-то попадает. Задний ход, блядь. Да я застрял! Я застрял! Я не могу ехать, все, у меня ГГ. Пиздец. У тебя 58. Можно уехать. У тебя 58 Блин. ХП. Беги, Серега. Куда ты нырнул? Разъебался. Блин, Серега. Нужно харакири, блять. Со скалы просто уебался. Я не думал, что дамаг сейчас... Ну и также вы, друзья, можете перейти по ссылочке, зарегистрироваться в игре Мир Танков. И если вы введете еще мой инвайт-код PANDAMT при создании аккаунта, то получите бесплатно кучу плюшек, которые видите у себя на экранах. Ссылочка будет в описании. Что дальше делаем? Снова танки? Нет, танк другой, какой-то ненадежный. Ладно, возьму. Ну я себе БТ-2 тоже взял, мне тоже советую. Давай вдвоем найти. Ну тогда быстрее фигачит. Стрига. Ну сразу же пошли в атаку, да? Все, пушим. На Хорошо. Тебе. О, разъебал, не, бля, электричку. Слишком вперед. Поехали еще дальше, вот через железную дорогу. Назад немножко повернитесь. Давай, долбим. Блять, перезаряжайся. Хорош. Все, разъебали. Следующего. Разъебали. Да. Так, я попал. Давай. О, все, убили его. О, разъебали. Давай право. Блять, справа меня кто-то хуярит. Вон там справа хуярит. Да, в углу. У меня мало хп осталось, все, я съебу, я горю. Я еду в зону, в их зону. Я горю, я съебался. Не надо, пока рано, их тут много, они тебя... Блядь, кто здесь мне мешает, отойди. Вот того надо уебать, он меня хуярит. Оп. Давай. Бля, я в него не попал. Я помогаю. У него 135 хп. На гусенице стоит, видишь, он не может двигаться. Бля, меня разъебал, блядь, опять, сука. Ну я отомстил за тебя. Бля, никого не вижу, я тупо гуляю один, да. Где кто? Серег, подскажи. Вот куда? во дворе один, вот красный. Да блять, он прям на меня едет! Отъебись, разъебался, Саш. Хорошо. Помогайте мне, я тут во дворике напал. Где, да куда? Я... А, вот здесь рядом! Где? Где? А, нет, свой. Это я. Я тебя напугал, блять, я пытаюсь развернуться, сори. По прямой, вон. А, вот тот, да. Прям в упоре, да. Бортом не стоит. О, попал в нее, 30 хп осталось. Там еще вон 70 этот. Блять, 70 меня хуярит, кажется. Меня кто-то попадает, да, блять. Надо отъехать, сучья жизнь, блять. Бать, у меня медленный танк, пиздец, он еле тащится. Да, но тебе надо стоять, короче, пандос, я тебе советую развернуться назад и встать вот на базе, там, вот, на горочку, в кустах. Вот так, отшили меня, пацаны. Сказали, чтобы я с ними не ехал. У тебя такой танк, который стоит дальше всех и стреляет. А если он в кусте стоит, если его дуло торчит, он... У нас один черт. Позиция херня. А куда мне идти? Куда, пацаны? Чего вы здесь? Сзади, на горочку, видишь, там у тебя сзади несколько человек стоят. А, во. Вот, где они стоят. Фига тут что-то летит, блядь. Ой, блядь, что-то летит опять. Хуеть тут хуярит он. Нормальная позиция, пацан?
Ну ты прям за камень встал, тебе не надо за камнем. Да, блядь. Ну, другим... Вот рядом с тобой, вот видишь? Блядь, ставлю, прям тут страшно, тут хуярит сверху кто-то. Блядь, я не попал, сука. О, Руха, попал, видишь, попал, попал. Ты, пол... ты попал? Треть хп снял. Ну! Давай, долби его. Да, бля, как не попал? Там добивают, добивают. Тьё, разъебал, разъебал? Или это я разъебал, или Настя, кто? Настя, это прям снайпер какой-то, да, да, это ты добил. О! Да, бля, как я не попал? Я не вижу. Можно ехать, их осталось трое, можно ехать уже в укрытие. А, уже можно. Тебя... А, Андрюх, да. Удачи, доковылять. Иди да, в этот, иди за дом. Ты в поле. Бля, я пытаюсь... Два хп! Где, кто, выживет, блядь? Выживет он или нет? Выживет он или нет? Я съёбываю. Бля, я еле тащусь. Бля, у вас там экшон какой-то, блядь. Я сижу, блядь, просто чилю. Да, там по нему такой обстрел идет. Долгая перезарядка. Андрюха, типа, вот он, ваншот! Наааа, разъебал. Как он такой, ребят? Ну все, поехали на их базу, там один остался. Два хп киллер. Ну, я еду, пацаны. Ты еще в гору едешь. Я еду, пацаны, еще, блядь. Зато чатик можно спокойно почитать, да? Ну все, ГГ. Сто, ох, уебали. Нихуя себе, кто-то выстрел. Прикол. Я его забрал. З2. А, вот этот вот, да. Ух, нихуя, какой, да, да. Какой скин забавный. А можно туда, на островок туда, да? Или... меня хуярят. Проблемы, 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 проблемы. Ой, бля, меня хуярят. Надо лбом к ним стоять, лбом. Чтобы лучше я уехал. Я съебу тоже, да, все, я съебу. Просто что-то их там много, их не там три. На воду тогда. Вышли и балом посветили и съебались. Да, это танк, который нажал. Да, блядь, и там кто меня? Вон там как бы слева. Давай, 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 справа. Во, во, он справа, едет, справа. Надо лбом поворачиваться к нему, чтобы он тебя не пробивал. Блядь! А, он уже убит, все, нормально. Видишь, тут как бы пушка такая зарядился. Да, 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 сразу да, несколько. Да, да. Я его толкаю, все под тебя. Да, да. Херачиво. А, все, разъебали. Нормально. Все, изикатка, ребят. Легкая, 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 да. Потому что их очень много, а нас тут мало. Они сейчас поедут нас убивать. О! Хорош! Хорош! Я попал. Как лбом выходить. Ребята, видели, какой хедшот сейчас был? Серег, стой сюда, лбом. Я ни хера не понимаю. Бля, тут прям на меня кто-то едет. Да, вот на меня тоже. Блять, на меня давай, прям давай, выход. Давай твоего. Давай твоего. Давай. Я руина. Блять, перезаряжаюсь. Да какой 16 хп? 19, нечестно. А, нахуй. На меня выехал. У вас. Где? Бля. Пока развернулась. Раз на раз. Блять, мне пизда, да? Да попадай, сука. Ой. Да, ну пандос в этом. Поминки, Андрюх. Да он как-то внезапно вылетел на меня. Чё, я больше всех киллов взял. Так, я за тобой. Так, как... Блин, он отъезжает. Как-нибудь обойти его, да, постараюсь. Давай. Ты можешь в яму на него падать, это слабый. Ах ты ж, блядь. О, блядь. Другого нашел. Кто в меня? Тут из арки кто-то меня хуярит. 50 вот хп надо добивать. Целом, написано, надо добивать, 50 хп. Это 2,5 секунды снаряд примерно летит. На, блядь, не попал. Я не попал. Хорош. Я всё, попал. Хорош. Всё, попал. Так, еще кто есть? Либо вид сверху, либо всё? Вид траектории. Все, разъебали? Да. 2 килла зил. На арте играть это хуже, чем глазки показывают в фифе. Самый крысиный поступок. И вы знаете, вот спустя какое-то время мне показалось, как будто бы я научился даже играть в эту игру. Но это все было на низших левелах. То, что было дальше, ну вы сами посмотрите. У нас 20 секунд перезарядки. Нам, мы вышли, дали и откатились назад. А, по 20 секунд на... А! Что? Вот у него такой же, как у тебя. Чё? Подожди, не а почему именно меня, блядь? Ты... Блядь, стоит 10 танков и только меня уебали. Где он, его не убьёт? Сука! Не-не-не, вы серьёзно. Ясно, ГГ. Да ГГ, блядь, кто у меня хуярит за 3000 километров опять? Заебали, блядь. А я всё стою на месте, мне гусь... Да какого хуя меня одним ваншотом убивают, блядь? Чё за хуйня опять прилетела? А, ты... Блядь, значит, прям на меня едет. Кабины. Прям на меня едет, сука. Пиздец тут. Заварушка нахуй. Бля, тут 30 человек нахуй на меня наехал. Давай, ёба-ёб, давай. Да я ж выстрелил! Справа, да, блядь, у меня перезарядка, блядь! Слава, пиздец, все, пизда. Короче, блядь, эти левела, блядь, 10-е ваши вообще. Да, это вообще. Ну и вот, друзья. Набравшись опыта в высших дивизионах, мы с Серегой решили столкнуться раз на раз.
Ну, ПВП, если говорить простыми словами. Да. Че, Серега, встречаемся у фонтана? По прямой. Ну, вы все равно не прострелите ничего. А чё ты есть. Фугасами стреляешь? Блять, а чё у меня пробило? Так, у меня перезарядка, подожди, не стреляй. Да, ну ты... У меня перезарядка... Выезжай, тебя в борт легко ёбнуть. Видишь, он тебя пробил, а ты его нет. Блять, ебучий борт. Так, у меня перезарядка, Серёг, не стреляй, подожди. Серёг, не стреляй, подожди. Да не стреляй, у меня перезарядка. Ну всё. Серёг, мы тебя не слышим, если что. Я вас слышу зато. Чё, как дела, Серёга? Чё съёбаешь, блять? Я не знаю. Куда? Бля, далеко? Ебать ты косой. Бля. Чё ты в меня стреляешь? А, подожди, у меня перезарядка. Подожди. Эй, подожди, уйди, нет, не крути. Кто пиздел, блядь? На, ой. Нахуй, блядь. Ой. А, я застрял, подожди. Подожди, Серёг, давай нормально пообщаемся. Блядь. Да нет, уйди, блядь. Нет, подожди, сука. Блядь. На тебе по заднице. Бочину дал. Ой, чё с ебалом? Как не пробилось, почему? Потому что он бомб к тебе. Ой, 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 чё с ебалом? Дай стрельнуть! Опять не попал? Блять, у меня перезарядка. Сосать! Разъебал кефира, ребят. Еще раз. Ой, блять, все начало. Если бы ты выиграл, ты бы не говорил сейчас до двух побед. Смотри, я вынырнул. Ой, чё с ебалом? Тебе надо четверку прожать, Серёг. Четверку. Ой, чё с ебалом? Справа ты чё? Ты куда? Серёг, ты... Ты куда, Серёг? Ты чё делаешь? Серёг, ты куда едешь, блядь? Ты чё, блядь, надумал там? Бля, вот крыса. Видите, блядь? Иди захватывай тоже. Да я пока доеду, блядь. Пиздец. Я тут раз на раз, бля, по-пацански выхожу, а он... Крысу, блядь. Ой. Серёг, надо ждать, пока пушка повернется на противника. Ой, Серега, кажется, ты со своей тактикой немножко объебался. Объебался со своей тактикой. Тянет, да, тянет. Ой, Серега, а что такое? Я не попадаю! Что с тактикой твоей, Серега? Серега, ты куда? Серега, куда ты едешь? Серега, ты че? Серега, ты че? Серега, может тебя допинать? Ой. Слишком много хп, он веншот. Съебался, двухкратный! Это разъеб. Двухкратный чемпион по танкам. Кто пиздел? Серега, как дела? Че там замолчал? Говорят, куда я? Как я его завалил? Ну, посмотрите, как вы знаете, Серега очень любит выпендриваться. Я там двухкратный, я там чемпион. Теперь я чемпион. Я чемпион, Серега. Что с лицом, как говорится? Я набрался больше опыта в этой игре, и, соответственно, все лавры достаются мне. Ну и на сладенькое, друзья. Пакетики. Все мы любим пакетики. Так, ну и напоследок, друзья. Небольшой покопинг, так скажем, говоря фифирским языком. А тут у нас контейнеры. Давайте пооткрываем, посмотрим, чуть можно поймать. Поехали. Пока что падают всякие украшения для елки, как я понимаю. Нужны танки. О! Анимация пошла. Это местный волкаут, чтобы вы понимали. Прибыл гарантированный танк, нам говорят. Давайте посмотрим, какой. Волкауты, конечно, тут сильные. Посмотри, прям целое кино можно посмотреть, пока ждете свой танк. И выезжает у нас кто? Это что? Кто? Ну, учитывая, что я не особо шарю. Type 63. Вот такой танк нам упал. Ну, понятия не имею, круто это или нет. Если вы шарите, напишите об этом в комментариях. Так, еще один волкаут. Давайте смотреть. Что же на этот раз нам дропнется? Надо, кстати, Windows уже активировать. Так, и у нас какой танк? И это что? Ну, похож на предыдущий. Я могу ошибаться. Вроде другой. КВ-4 Турчанинова. Но этот как будто бы круче. У него огневая мощь, я смотрю, больше. Окей. Я знаю, тут золотой какой-то имбовый, за которым многие охотятся. Так, еще один локаут, друзья. Так, следующий танк. Это у нас Кампфпанзер 07П в скобочках Е. Ну, звучит неплохо, у этого огневая мощь уже 625. Давай, золотой хочу. Хочу золотой танк увидеть. Но, к сожалению, это не золотой. Lord AP-58. Ну что, друзья, открыли мы все контейнеры. Налутал себе крутых танков. Напишите в комментариях, какие тут самые топовые.
буду дальше сидеть разбираться в этой игре. Да, не все моменты я пока что понимаю. Понятное дело, я играю лишь первый день. Ну и что, друзья, вот такой вот видеоролик получился. Довольно-таки весело, с кайфом провели время в игре «Мир танков». У меня крайне редко выходят отстраненные от FIFA ролики, поэтому я надеюсь, что он вам понравился. Если так, то оставляйте лукасы, классные комментарии. Все, друзья, с вами был я, Пандос Фиксович. Сегодня всех жду на Твиче в 21:00. Будем охотиться за нападающими Тотти. Такие дела. Чао, какао.